Всем огромный-огромный привет! Готовлю вкусную домашнюю фунчозу. Для меня это палочка-выручалочка на обед или ужин, а готовится просто и легко. Фунчоза – это вот такая бобовая вермишель. У меня еще к ней будет готовая заправка для фунчозы. И я беру овощи. Это, конечно же, чеснок, свежие огурцы, болгарский перец и одна морковь. Все ингредиенты будут внизу под видео. Пока будем готовить с вами овощи, у нас закипает вода для фунчозы. Для этого салата морковь я тру на терке для корейской моркови, а огурцы и болгарский перец просто нарезаю соломкой. Выдавливаю 3 зубчика чеснока. Чеснок берите по вкусу. Отправляю сюда готовую заправку для фунчозы. Она продается в каждом большом крупном магазине. Посмотрите, даже иногда в Пятерочке есть. Все хорошо перемешиваю и отставляю пока в сторону. А теперь займемся самой лапшой. Лапшу отправляю в глубокую кастрюльку, заливаю кипятком. И отправляю варить 5-7 минут после закипания. После этого я лапшу сливаю и промываю кипяченой холодной водой. Вермишель готова, я ее хорошо промыла. Сейчас дам ей немного стечь. И отправляю ее к овощам. Добавляю 3 столовые ложки масла. Можно добавить оливкового. Свежую зелень. У меня это свежий укроп и свежий зеленый лук. Все хорошо перемешиваю. Это можно даже сделать руками, чтобы фунчоза полностью перемешалась с овощами. Обязательно попробуйте. Не всякая заправка вам может быть по вкусу, особенно готовая из магазина. И всегда можно по вкусу добавить то, что вам не хватает. Мне, например, в моей фунчозе не хватает немного соевого соуса. Поэтому я добавлю буквально 1 столовую ложку. Остального всего предостаточно. Все перемешиваю, плотно закрываю. Можно переложить в какой-нибудь плотный контейнер закрывающийся. У меня как раз есть стеклянный. И отправляю в холодильник. Даю фунчозе немного настояться. Пробуйте, готовьте. Это очень вкусный салат, да, с такой азиатской, корейской ноткой. Я думаю, вам понравится. И дома сделать его легко и просто. Лучше, конечно, дать постоять ему, настояться. Он тогда будет еще вкусней. Попробуйте. Кому понравится, подписывайтесь на канал. Простые, вкусные, доступные рецепты вас ждут. Всем пока-пока.